господа, я увидела, что некоторые каналы новостные решили подхватить эту идею, что вдруг что богатым любовником Решетовой стал наследник, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев. Господа, если даже они были где-то вместе в Дубае, случайно встретились, это еще не говорит о том, что он стал ее любовником или она его любовницей. Вы не жили, не знаете менталитет среднеазиатских семей. Чтобы вы знали, я жила в Узбекистане, а Казахстан рядом. Никогда семьи среднеазиатских республик менталитет защищают, в менталитете защищают семейные ценности. И если Нурали Алиев помог Решетовой, потому что у него два холдинга, если он помог ей в чем-то открыть что-то такое там, и не забывайте, что парни, мужчины среднеазиатских республик всегда приходят с какими-то подарками. И если вдруг кто-то увидел, что подарили Решетовой что-то, это еще не говорит о том, что она его любовница или он ее любовник. Хочу вам сказать, совсем недавно было, все вы радовались, писали о том, что Решетова сошлась со своим мужем на дне рождения сына. А сейчас вы приписываете вот это Нурали Алиева. Господа, побойтесь Бога, Нурали Алиев – отец семейства, он внук президента Казахстана. Не надо пачкать всех подряд. Вы на канале Людмила Оганесян. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.